Первый уверовавший. Через 3 года после начала посланнической миссии Всевышний Аллах велел своему пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и род его, объявить о своем предназначении. По этому поводу был ниспослан следующий аят: «И увещевай свою ближайшую родню». Сура 26, аят 214. Пророк, да благословит Аллах его и род его, собрал старейшин рода Бану Хашим, число которого достигало примерно 40 человек. Он приготовил им обед, и после того, как они отведали, обратился к ним со словами: «Я принес вам наилучшее этого мира и иного мира. Всевышний Аллах велел мне призвать вас к этому. Кто из вас поможет мне в распространении этой религии, тот будет моим братом, а после меня – преемником, наследником и халифом среди вас». Пророк, да благословит Аллах его и род его, 3 повторил это, и каждый раз никто не откликался на его призыв, кроме Али, мир ему. Тогда милостивый пророк, да благословит Аллах его и род его, сказал: «Поистине он, то есть Али, является моим братом, преемником и халифом среди вас. Так слушайтесь его и подчиняйтесь».